Женщины-депутаты просят президента помиловать Юлию Тимошенко. Причем, по их мнению, на свободу бывший премьер должна выйти максимум через 17 дней до Пасхи. Под очередным письмом подписались только женщины-депутаты от оппозиции. Зараз тут є 21 підпис жінок. Адже нас з вами чекає велике релігійне свято Великодня. І президент має в своїх конституційних повноваженнях можливість звільнити Юлію Тимошенко. Це насправді був би справжній жест милосердя. В администрации президента женщинам пообещали в ближайшее время рассмотреть их просьбу и даже организовать личную встречу с главой государства. Юристы не раз акцентировали внимание на том, что просить об освобождении Тимошенко до завершения всех судов нет смысла. Такова мировая практика.